анализе выхода частицы. Централизация ремонтной службы одного из крупнейших металлургических предприятий Украины. Собственно, та информация, которую на сайте вы найдете. Ну и, собственно, сам, что ТАЕГ, оно как бы тоже не... Да, ну, тоже буквально в двух словах. Я являюсь руководителем интернет-проекта «Школа ТАЕГ Кузнеца Мастерства». Значит, проект направлен на решение вопросов управления производственными активами и формирование, совершенствование систем технического обслуживания и ремонта. Значит, ну, чем мы занимаемся, вы видите на слайде. Что будет интересно более подробно узнать, это я вам расскажу при личном общении. Вот. Ну, а теперь перейдем непосредственно к теме доклада. Значит, здесь краткая характеристика предприятия, с которым нам довелось работать при решении вопросов оптимизации. Ну, в частности, централизация ремонтной службы частичной. Значит, ну, в целом, если говорить о системе технического обслуживания и ремонта, она базируется на решении вот таких вот трех основных вопросов. Значит, либо эти вопросы решаются явным образом, либо формируются на основании опыта, но так или иначе они лежат в основе этой системы. Ну, исходя из этих вопросов, как раз и был проведен анализ этого предприятия, то есть с чем мы имеем дело. Вот, в первую очередь стратегии технического обслуживания и ремонта. Значит, в соответствии со стандартом предприятия, базовой стратегией являлась стратегия планово-предупредительных ремонтов, доставшаяся нам в наследство еще с советских времен. Вот. Тем не менее, когда начали разбираться по факту, ну вот я сегодня услышал это название, планово-диагностический ремонт. Да? То есть вот для основного оборудования, вот, скорее всего, вот такая стратегия применялась. Планово-диагностический ремонтов, когда периодичность остановки оборудования выполняется в соответствии с каким-то графиком, а объем работ и их необходимость их выполнения, их содержания определяется в зависимости от фактического технического состояния. Для вспомогательного оборудования использовалась стратегия эксплуатации до отказа. Вот. Ну, видите, что эта стратегия, я думаю, сами неоднократно сталкивались с тем, что стратегия эксплуатации до отказа тоже не всегда является эффективной, не во всех случаях. Вот. Хотя здесь под общую ребенку попадает, по сути, все вспомогательное. Значит, и, наконец, отдельная группа ответственного механического и энергетического оборудования. Решение по их ремонтам выполнялось на основе применения средств методов технической диагностики. Ну, в принципе, этим занималось бюро диагностики и наладки Донецстали. Бюро 4 человека, но сами можете представить, сколько оборудования могут 4 человека охватить. Значит, здесь показан замкнутый круг реактивной стратегии ТАЕРа. О чем я здесь хотел сказать? Ну, во-первых, с чем мы столкнулись? С тем, что возможности ремонтной службы, по сути, были исключительно ограничены. То есть, во-первых, это недоукомплектация штата. Во-вторых, выделяемое финансирование. Финансирование даже в соответствии с утвержденными планами, утвержденными на верхнем уровне, осуществлялось частично и не в полном объеме. Соответственно, материально-техническое обеспечение ремонтов, опять же, оставалось далеко не на самом высоком уровне. Вот. Все это, плюс еще к этому добавим высокий моральный и физический износ оборудования, все это постепенно приводило к системному улучшению технического состояния оборудования, следовательно, к увеличению затрат на техническое обслуживание, к снижению производственных показателей. То есть если у оборудования состояние неважное, вероятность аварии повышается, эти аварии происходят,
снижаются доходы предприятий, и в дальнейшем этот круг повторяется. Здесь даже уместно будет отметить, что это не круг, это скорее замыкающаяся такая спираль, которая удавку нашей предприятия затем. То есть отсюда ясно видно, что с этой ситуацией необходимо было что-то делать, необходимо было из нее как-то выходить. Значит, по поводу способа организации ремонтного обслуживания. На предприятии была характерная для многих отечественных предприятий смешанный способ организации ремонтного обслуживания. Это такой, в котором имеются децентрализованные ремонтные службы цехов производственных и централизованная ремонтная служба, то есть какие-то подразделения ремонтников под отделом главного механика. Здесь представлены особенности ремонтной службы предприятия. Значит, в целом, что надо отметить, что начали разбираться с бизнес-процессами, что же там на самом деле в этой ремонтной службе предприятия происходит. Оказалось, что то, что написано, не выполняется, а то, как оно выполняется, ну, целый ряд замечаний по этому поводу. То есть, ну, скажем так, все варилось в каком-то своем котле, как-то происходило по каким-то, кто по телефонным звонкам, кто по бумагам, ну, а бы как. То есть это свидетельство о том, что ясно и четко прописанное бизнес-процессом там, по сути, не было. И это, собственно, была одна из тех задач, которую мы решали вот в процессе централизации. Значит, что касается оценки эффективности ремонтного обслуживания. Значит, для этого использовались 5 параметров. Ну, если вы посмотрите на эти параметры, да, то можно обратить внимание, что вот только третий параметр, по сути, характеризует эффективность работы ремонтной службы. То есть бесперебойность работы оборудования. И обратите внимание, про финансы здесь ничего не говорится. Основная цель системы технического обслуживания и ремонта – это обеспечение заданного уровня изоварения работы оборудования с минимальными затратами. Здесь про затраты ничего. Здесь то, о чем я сказал. Так, ну, осознание той ситуации, которая сложилась на предприятии, руководством потребовало, скажем так, принятия каких-то кардинальных и срочных мер для выхода из кризиса на ремонтной службе. Для этого был выбран путь изменение способа организации ремонтной службы. Не могу сказать, что это, что в данной ситуации это был единственный правильный путь, потому что сугубо мое мнение, то, что всю эту систему надо менять комплексно. То есть вытягивать какие-то отдельные ниточки, это даст только частичный результат. Надо работать в целом. Ну, под эгидой вот этого проекта централизации мы часть этих задач подспудно и решили. Да, да. То есть у вас такая парадоксальная штука справа, да, увеличение объема выполняемых собственных сил. Да. А при сокращении численности ремонтной системы. То есть, с одной стороны, от нас хотят, чтобы мы людей сократили, уволили, а с другой стороны, ребята, откажитесь от подрядчиков, которые раньше нам выполняли часть работ, которые мы не могли охватить своих. И выполнять их собственными силами. То есть эту задачу можно было решить только единственным образом, за счет более оптимального распределения. То ли этот человек сидит на своем рабочем месте с загруженностью там 20-30. То есть это избавление от балласта в ремонтную службу? По сути, это одна из основных задач. Ну и подспудно ставилась задача снижения уровня отказов у простоя. Ну, скажем так, этого тоже удалось достичь, хотя на тот момент это звучало как лозунг, и представитель руководства ремонтной службы предприятия говорил о том, что ребята, давайте хотя бы обеспечим тот уровень.
аварийности, которые у нас будут. Плюс посмотрите на те средства, которые были в нашем распоряжении при реализации этого проекта. Да? Ну, я не говорю здесь об ограниченных временных рамках. На весь проект нам дали полгода, вот, из них 2 месяца ушло только на разработку программы и утверждение, согласование и обсуждение. Вот. Ну, а кроме того, все средства могли носить исключительно организационный характер. То есть, скажем так, применение каких-то средств технической диагностики дополнительных, еще какие-то способы, скажем там, материальной мотивации персонала. Это все не важно. В нашем распоряжении были вот только эти 2 инструмента, с помощью которых мы могли вытянуть ситуацию. Значит, ну, по итогам обсуждения, по итогам работы с руководством предприятия, с представителями ремонтной службы, которые хотели этот процесс остановить или притормозить, или как-то спустить на тормоза, в общем, добились какого-то вот такого среднего решения. Ну, суть централизации заключалась в том, что из 2 основных производственных цехов, это Доменный и Мартыновский цех, была выполнена частичная централизация ремонтного персонала, работающего в 5-м РАФе, это дневная смена. Централизовали только механические службы, а энергетика, либо их остались? Значит, энергетики там занимались по своей программе. Вот. То есть, в чем централизация какая-то односторонняя? Централизация именно механослужбы. Ну, была поставлена такая задача. Да, то есть, скажем так, энергетикам отдельно поставили задачу, и механикам отдельно поставили. То есть у них свой монастырь, да? Да, да. Ну, скажем так, это еще второй этап будет. Это, скажем так, это специфика предприятия, то есть четкое вот это вот разделение между энергетиками и механиками. Механики не лезут к энергетикам, даже к тем вопросам обслуживания оборудование, которое как бы касается. Они механики. Живут по собственному графику, механики живут по собственному, да. Они как-то не отстыкуются. Значит, при годовом планировании капитальных ремонтов собирать отдел главного механика, но те планы, которые дают главный энергетик, включаются туда без изменений, без корректировок в тех суммах, которые установлены. Но они по времени хотят отрегулировать. Каждый отдельно. У этих свои задачи, у этих свои. Ну что, домну останавливают, механики для себя остановили домну, а потом пришли электрики для себя. Вот эти вопросы, они... Комплексная работа, там выполняется все, это однозначно. Энергетик, то оборудование, которое касается чистой энергетики, там, где он сам занимается. Это он сам, и механики туда не касаются. Так, ну, дальше. После, значит, ну, здесь вы можете видеть краткую хронологию этого проекта. В принципе, что надо отметить, что был выполнен очень большой объем работы по описанию бизнес-процессов ремонтной службы этого предприятия. Был заново переработан, ну, по сути, создан новый стандарт предприятия по обеспечению качества работы механического оборудования. Были пересмотрены должностные инструкции, штатное расписание. И только после этого, в апреле 2011 года, централизация считалась завершенной. Завершилась она упразднением структуры отдела главного механика и формированием на ее базе механоремонтного комплекса. И в этот же момент произошел перевод персонала из ремонтных служб цехов в механоремонтный комплекс. Ну и плюс была введена новая нормативная база, на основании которой работала новая ремонтная служба. А кому подчиняться стали методически те ремонтные формирования, которые остались в цехах? Начальнику цеха.
и методически они вот этому механо-ремонтному комплексу не подчиняются никак. Нет, в рамках вот этой нормативной базы, то есть стандарт предприятия определяет. Ну, между ними разграничение сделал, да? Да. То есть главный механик формирует вот этот стандарт, правила игры, по которым играют все остальные. Ну, я немножко забегу вперед. Вот буквально я уезжал из Донецка неделю, как стартовал второй этап централизации, то есть, ну, скажем так, подготовительная работа и ведется в плане того, чтобы собрать уже весь персонал. Да, весь персонал. То есть оставить в цехах только дежурку, которая будет проводить работы по техническому обслуживанию. Подождите, а кто-то поток отказов будет делать? ФМРК? Устранять отказы? Да. То есть фактически они будут находиться в цехах, выполнять ту же самую работу, а подчиняться уже напрямую. Да, просто здесь, скажем так, есть ряд факторов, почему МРК не хочет оставлять ремонтный персонал в цехах. То есть хозяйственно-бытовые вопросы, что-то не получается по технологии. Ну, вот характерный пример, доменное производство, грохота, да? Пришли материалы, а там досок мало. И вот ставят ремонтников, и они вытягивают доски. По сути, задача не ремонтовать. Задача то есть вот это нецелевое использование привело к тому, что их сейчас из цехов выдернут, оставив только дежурный персонал. Да. Все равно что-то оставляют. Да, ну скажем так, вот сейчас еще рассматриваются вот эти вот альтернативы, то ли полная централизация, то есть забрать вообще всех и возложить на механоремонтный комплекс полностью задачи по обеспечению безаварийной работы механического. А кто будет доступ выдергивать? А потом еще энергия. Да, значит, вот по поводу этого, вот доски, там хозяйственно-бытовые вопросы, да? Грубо говоря, мы ставим человека, да? Который обладает определенной квалификацией, ремонтник, так, у которого зарплата, ну, скажем так, ну, в два раза выше, чем у работника, который мог бы заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами. Вам повезло в вашем ремонте. Нет, ну это еще впереди. Они потом с электриками соединят, а потом всех подготовят к аутсорсингу и кстати, вот такой вот сценарий на ближайшие несколько лет тоже рассматривается, но о нем пока говорят так, в кулуарах. Ну, вектор понятен. Так, значит, по итогам централизации был выполнен анализ через полгода, потом еще через несколько месяцев. Значит, ну, опять же, проведем анализ по тем показателям, которые ставились в качестве задач. Вот то, что касается аварийности, было очень большое опасение, то, что у нас вырастет аварийность за счет того, что мы из цеха людей забрали, они не смогут отказы устранять, что те отказы, которые носили скрытый характер, то есть скрывались цехами, они теперь выползут. Вот. Ну, на самом деле, по цифрам можете увидеть, что в принципе результаты мы достигли. Вот. То есть по количество отказов и сокращение порядка 25%. Ну, это же в общей массе основной, это доменный цех. А по да, основной доменный. По потерям, ну, сокращение на 45%. Так? Вот. Значит, здесь надо учесть такой факт, что в апреле 2011 года как раз был остановлен мартыновский цех. Реконструкцию, поэтому вроде как нам это событие помогло в плане снижения отказов. Да? Но с другой стороны, вот если мы посмотрим по доменному цеху, который остался основным производственным цехом, на который было уделено большее внимание, да, то по суммам мы видим, что потери реально снизились. А что такая большая разница между 2009 годом и 2011? Значит, в 2009 году в связи с кризисом доменный цех простаивал, да. Очень много они отстояли. Так, дальше.
Что касается численности персонала, значит, на этапе подготовки программы мы ожидали потери персонала, ну, порядка там, 20-30%. Ну, на самом деле, к 1 апреля мы потеряли половину персонала, который появился. Половина людей просто ушла. Дальше в течение 2011-2012 года ушло еще процентов 15. Да? И а в связи с чем они уходили? Не анализировали? Менялись условия труда в каком плане? Потому что если раньше человек сидел в своем кайбаше, там, когда надо, пошел, когда не надо, сидит и занимается там, своими делами, да, то теперь, оказавшись в централизованной ремонтной службе, он вынужден был постоянно бегать с одной точки на другую. Стало больше работы именно. Да, работать. И те люди, которые, ну, скажем так, были балластом ремонтной службы, они отсеялись сами. И здесь еще один фактор, на который я хочу обратить внимание, то, как осуществлять вот этот процесс централизации. Когда мы в ЦРМК из Мартыновского цеха перевели полностью участок по ремонту металлоконструкции мартеновские печи, то есть там порядка, ну, 20 с чем-то работников. Значит, из этих 20 работников мы не потеряли практически никого. То есть, когда мы взяли мастера, взяли всех его подчиненных и просто переподчинили отделу главного механика, потерь штата практически не было. Тех людей, которых мы выдергивали там по одному, по два с участков, мы потери были наибольшие. Почему? Потому что у цехов была возможность определять, кого отдавать. Ну, понял, они балласт отдавали. Соответственно, они отдавали тех, кого могли избавиться. Ну, это вот такой вот очистительный эффект децентрализации. С одной стороны, ну и с другой стороны, я еще раз обращаю внимание на то, что участками забирать все-таки. Ну, коллектив сохраняется. Выгоднее, да. Связи на работу. И для людей это меньше, скажем так, не стресс, да. Вот так. Значит, дальше. Ну, в связи с тем, что очень большая часть персонала до комплекса так и не дошла, в середине 2011 года получила практика привлечения для технического обслуживания текущих ремонтов подрядных организаций. В Донбасс-Домнаремонт работал в Домином цехе, и Домспецмонтаж работал в Мартыновском цехе. Значит, ну, в принципе, приблизительно в том количестве, в котором мы людей не забрали, они просили привлекать вот этих вот подрядчиков. Значит, ну, дальше волевым решением руководства запретили привлекать подрядные организации, хотя были поползновения для того, чтобы показать, что привлечение подрядчиков выгоднее экономически, чем работа собственными силами. И если смотреть по чистым цифрам, получалось, что выгоднее привлекать подрядчиков. Но таково было волевое решение руководства, и в конце 2011 года и в дальнейшем для технического обслуживания текущих ремонтов внешние подрядные организации уже не привлекаются. То есть если подрядчики и привлекаются, то только для выполнения капитальных ремонтов, там, где в краткий срок нужны большие человеческие ресурсы, либо для выполнения каких-то специфических работ, которые требуют либо соответствующей квалификации, либо наличия какого-то инструмента, техники, какие-то средства, которые в распоряжении механо-ремонтного комплекса отсутствуют. Ну и плюс второй фактор, значит, в связи с началом реконструкции мартеновского производства где-то примерно 25% работ по реконструкции выполнялись силами именно ремонтных подразделений механо-ремонтного комплекса. В связи с этим увеличили, даже не увеличили, доукомплектовали. То есть к тому моменту приблизительно на 85% был укомплектован штатом ремонтные подразделения
ремонтного комплекса. Их доукомплектовали 25 работниками, это примерно 5% штата, что позволило охватить вот эти вот работы, которые раньше выполнялись подрядчиками, и выполнять их собственными силами. Значит, ну, теперь вкратце по выводам, которые мы получили в результате централизации. Они особенно актуальны, вот, как я уже сказал, сейчас идет второй этап централизации, поэтому очень важно понять и обобщить тот опыт, который мы получили на первом этапе. Какие ошибки допустили, где можно было сделать лучше. Значит, ну, я зачитывать не буду, думаю, вы посмотрите. Многое из того, что я рассказал, я уже останавливался на этих моментах. Вот. Ну, здесь вот хотелось бы последний пункт отметить, что более целесообразны постепенные непрерывные изменения, а не вот такие дискретные работы. То есть когда прошел первый этап централизации, потом вроде как забыли, все утихло, работаем дальше. Потом хлоп, и снова идет у нас второй этап централизации. Снова у нас ограниченные сроки. Вот, я не знаю, как там сейчас ситуация обстоит в Донецке, но когда я убежал, значит, срок предоставления программы был 25 октября. Вот. 25 октября возьми, положи программу второго этапа централизации. Ну, договорились с руководством ремонтной службы завода о том, что мне все-таки у директора предприятия будут отстаивать возможность поработать и проработать этот проект, скажем так, до конца. Вот, еще дополнительные выводы. Значит, здесь я отмечу то, что если мы забираем ремонтников из цехов, соответственно, большая часть работ по техническому обслуживанию по сравнению с предыдущим этапом, должна возлагаться на технологический персонал. Ну, неправильно. Надо убирать все. Весь ремонт. Это ремонтникам и технологическому персоналу вообще нельзя влезть туда. Ну, скажем так, их по поводу технического обслуживания... Тотальное машинное обслуживание говорит о другом. По передаче технического обслуживания именно технологическому персоналу. Дело в том, что ТПМ. Когда оборудование в ремонте, чем занимается технологический персонал? Сидит в рюкзаке. А что за технологический персонал? Ну, аппаратчики. Да. Аппаратчики, машинисты, начальник смены. Да. У них достаточно времени для того, чтобы найти оборудование, провести первый уровень контроля. Ну, это спорный вопрос, он как бы надо в привязку к местным условиям. Категорично так нельзя сделать. Значит, ну, я приведу такой пример по этому поводу. Где-то в середине 2012 года, вот так вот, май-июнь, пошла череда аварий на доменном производстве. Буквально одна за одной аварии, причем по вине персонала технологического. И тогда задумались над тем, что как-то мы не сильно подготовили технологический персонал к изменяющимся условиям. Значит, в течение полугода было проведено обучение технологического персонала основам слесарного дела, основам технической диагностики, то есть, ну, визуальное, там, акустическое, то есть то, что они могут сделать для оценки состояния оборудования на первичном. Значит, ну, в качестве эффекта скажу так, что за время проведения вот этого обучения, ну и дальше где-то еще месяца три, ни одной аварии не произошло. То есть просто из-за того, что людям лишний раз напомнили, обрати на это внимание, посмотри, сделай. Эти мысли все равно они в голове как-то откладываются, остаются. И поэтому, соответственно, люди лишний раз обращают на это внимание. Значит, ну, в целом могу вас поблагодарить за внимание. Если есть какие-то вопросы, я рад буду на них ответить. Или сейчас, или, скажем, в процессе неформального общения. Но всех интересующихся.
прошу было проходить. Спасибо за внимание.